Лево или направо? Лейк Луис. Лейк Луис. Прямо поедем? Поехали прямо. Приехали, наконец. Приехали. Здесь жачка стопудово есть. Ну видишь, там и жачка, да, лесо. Ну давай направо. А сюда? Да. Ну уже я тупой. Видали, кто здесь тупой? Не я. В этот раз. Сам себя загнал в этот угол. Ну дальше. Где все, мы выезжаем, наверное. Сейчас направо, короче, сверну, вернемся туда. Давай, давай вот сюда. Вот сюда мы не выехали из города. Кстати, да. Ну вот видишь, крыша, надо сюда, давай. Давай сейчас поедем. Был бы бар. Ну вот. А тут, походу, смотри. Смотровая площадка. На этот дом сзади. О, классно здесь. Речушка. Речушка. Молодец, молодец, речушка. Текешь, текешь. Короче, нам надо разворачиваться, возвращаться в центр. Да. Это был центр. Мира, мира сего. Бегуны. Да я, знаете, как я быстро бегаю, не то что. Ого. Чуть было, не было. Подожди, давай я этого пропустим. Что он делал там, блядь? Вот он, вот он, подожди. Сейчас говорю, бах. Да, и показываешь, и тупо то. Топтишь, бах, поехали. Ресторан 500 метров. Кто-то полиняет на бабке. Ресторан. Они называют ресторан. Я знаю, все, что хочешь, хоть и парашу. Вот здесь кондоминиус, лакшери кондоминиус. С бочками, с какими-то там, в общем, так. Лёва, там рельсы рядом проходят. Пасифик, транс-пасифик. Рим. Рим. Вон эти рельсы, видел? Не видел? Видал, видал. Да ты не отмазу сегодня мне скажи, видал или не видал? Да, видал. Я слышу, я чую, что ты... Чуешь? Чуешь? Дух русский. Да, дух Лейк Луизовский. О, смотри, стырили колеса у Субару. Ты смотри, он сейчас полотенце можно здесь стырить. Там что хочешь, здесь можно стырить. Короче, мы разворачиваемся. Едем давай. Назад. Или вот, вот может это ресторан? Стоит ресторан. Походу здесь ресторан. А у вас есть оленина? Сейчас. Вот вам ружье. Вот вам крюк, чтобы потом тащить. Вот можно бревна у них три. Сколько бревен? Бабуле моей бы понравилось. Ну вот это походу ресторан. Да, а вот смотри, вагоны. Офигенский. Пойдем сейчас сюда. Конечно, но куда? Давай запаркуемся. Паркуйся. Эх, поле. Ой, нет, это лес. Опа, интернет. А, нет, это смс. А ну, короче, связь стоит, появилась. Связь. Связь! Связь с галактикой. Как ясь, только связь! Связь! Смотри, мостик. Можно уйти. Да сейчас мы прогонимся как можно ближе к воде. Смотри, смотри. На мостик прям прогонимся. Короче, надо идти туда, на Лейк Луис. Да нет. Да, там было только написано, и там карта целая. Там дело в том, что дорога была, мы чуть не туда поехали. Ну, все знаем, короче, по карте. Может и так можно выйти. Может и так можно. Да, кстати, там... Нет, ну там должен быть и машина, где подъехать. Возьми мой телефон. Вот мой телефон. Посмотри, это наши друзья-бегуны. Да, пропускай. Не, слышь, дверь нормальная, кстати. Там что-то внутри какая-то ошибка произошла. Да. Угу. Ошибка показала ошибку. Ну туда. Так, давай почитаю. Знаешь что? Ты хотел жрать или я? Да, я хотел жрать. Это что-то смотри, где мы? Нам надо было возвращаться на перекресток, и вот дорога к нему идет. Я просто помню, что там паркинг прямо возле озера есть. Как, Михай, покажи? Да. Мы приехали. Река, пошли посмотрим. Чаджерон. Чей Стивен? Чтивен. Чтивен Стержерон. Криминальный Стивен. Криминальный Стивен. С
река Будка классная. Контролирует движение, понял? И рыб. Ну вода такая быстрая, да? Здесь горная речка, ешь что? Ешь! Как говорит мой дед. Дед, здорово. Надеюсь, он смотрит. Да посмотрит, дорогу. Значит, матуха ему покажет. Мама, не матуха, а мама. Мамочка даже, я бы так сказал. А то получишь люлей. По шишке. По шишке, мам, не бей меня. Ну, подержи, я потрогаю воду головой. Я помою голову. Засними, как я мою голову. Да, а ну-ка, засними, как я мою голову. Что-то ты своим телефоном не хвастаешь. Что, очкуешь, что ли? Давай ты заплывешь, а я поснимаю. Давай. Да, я такой, помогите, помогите. Такой, ну. И медведь такой. Такой, да, подумал, что я лосось. Наконец-то. Да, вы какой-то лось. О, лось-ось. Ось-лось. Че так стал далеко? Как я паркуешься? Ну что там, тиранули нормально, не? А там под низом еще резинка есть, еще какая-то. Ну это же должна быть защита и на дне, да, и под, да, под двигателем. Так что, так что ничего страшного не случилось. У тебя батарея садится.